Беспилотные летательные аппараты «Байрактар» поступили на вооружение пограничной службы. Сегодня глава государства осмотрел летательные аппараты. Главе государства рассказали о системе управления этими аппаратами и продемонстрировали их работу. Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ.